Если мы с вами говорим о серьезных заболеваниях, лекарственные препараты через мембрану клеток не проникают. То есть, что я хочу этим сказать? Если лекарственный препарат воздействует, то у микобактерии есть некоторое время на то, чтобы либо мутировать, либо сбежать от лекарственного препарата. От электромагнитного поля сбежать не удается. Деться от него некуда, он проникает везде. А теперь посмотрите уникальные кадры действия прибора, снятые под электронным микроскопом. Вот сейчас вы видите бактерии в своем обычном состоянии. А теперь посмотрите, что происходит, когда включается прибор. Все вредоносные бактерии погибают, при этом на ткани организма человека никакого воздействия не происходит. Сейчас последние результаты клинических испытаний показали, что этот прибор можно использовать даже детям, даже беременным женщинам. Практически все противопоказания по применению этого прибора сняты. И теперь мы во всех своих рекомендациях говорим о том, что противопоказаний по данному прибору нет. Самое главное, что по нему еще в результате всех клинических испытаний не обнаружено ни одного побочного эффекта.